Здравствуйте! Начинаем производственную гимнастику. Каждый день мы просыпаемся и с радостью спешим на работу. Но на рабочем месте мы нередко чувствуем себя некомфортно из-за болей в пояснице и тазобедренном суставе. Причин много. Одна из них – это застой крови в малом тазу. Он является одной из причин урологических заболеваний, как простатит, уретрит, аденома простаты и другие заболевания. Эти заболевания легче предупредить, чем лечить. Упражнения просты и, главное, безболезненны. Рекомендую выполнять всем. Это касается и ведущих программ с 7 до 10. Упражнение первое. Берем фитнес-резинку. Надеваем ее на ноги и фиксируем в районе колен. Разводим колени максимально в стороны. Руки перед собой. Выполняем 10 приседаний. Упражнение второе. Исходное положение тоже. Делаем шаг левой ногой влево и приседаем. Правой ногой вправо и приседаем. Данный комплекс упражнений повторяем 10 раз. Снимаем резинку, садимся за рабочее место и плодотворно работаем. Эти упражнения рекомендую повторять каждые 2 часа в течение рабочего времени. Здоровье более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства. Джон Лебок. Будьте здоровы и счастливы!